Они могут тебя подтянуть. А лучше на проволочку едка, и тебе проволочку дам. Ну можно? Когда на меня напала орда такая. Вот болельщики помогли. Вот так вот. Такие болельщики. Вот только поэтому я не поиграл. Дед Витя меня взял вот так вух кинул. Полетел. Вы как в китайском фильме. Кабанастик, куда прибить? Я не знаю. Я бы тоже побежал, но... Я бы тоже побежал, но побоялся. Да, и тоже бы получил. На километра два. Ну что, по-моему, не придет, нет? Как она школу закончила? Ну да. Не знаю ничего. Падочка, видите, его не забрали, нападали, не забрали. Сил нет. Есть как-то раз буря. Есть еще город Пороховница. Браты, видите, раз буря новая. Есть еще скорость, но рубит. Есть еще скорость. У нее еще с директором. Она принимает моей школы. Дыхание у нее. Андрюша, убери его как раз. Давайте все на счет. По нулям. Thank you.
темно, пойдем еще. Нет, все видно будет хорошо. Сейчас опустила, сейчас борьба там такая была. Восьмером Витю валили. Я выиграла. Она выиграла, тут с кем-то боролась. У кого выиграла-то? Веню. Тут говорят, Анфим наш кого-то поборол, да? Да. Кажется, 2-1. Говорят, 3-0 вроде. Нет, а 3 раз его победили. С кем он боролся, кажется, с Ваней. 4-1, да. Они примерно одинаковые. Потом Игнат Сихович отдал за книгу. Это Люба не отдавала деньги? Здесь неудобно играть. Да, вообще в школе вкусно. И он ниже стол. Кого ты делаешь?